Всем здрасте. Соскучились. Мы тоже. Что у нас на дворе сейчас? Середина июня? Почти конец июня. Вчера, да и позавчера, да и все эти дни стоит ужасная жара. Больше тридцатки, наверное. Ну, вот у меня вчера в машине показывало такой в лютый момент 34. Жару мы, конечно, переносим плохо, поэтому ныкаемся от нее где только можем. Но на поиски мы поперлись, естественно. Причем поперлись всей командой. Команду сейчас заберем. В данных погодных условиях, в данное время года, ходить можно либо в воде, к воде мы что-то сейчас еще пока не подготовились, либо в ельниках, в сосновых посадках, ну, в еловых посадках, во всяких таких местах, где нет травы, что все, естественно, зазеленело, нигде не пройдешь, поля все посажены, берега рек все заросли. Такое вот интересное время. Вот, короче, нашли мы одно местечко интересное между двух вроде как господских домов. С одной стороны лес, господский дом стоял, и с другой, соответственно, 100% через этот лес шастали. Другой вопрос, что сейчас там посадки и какая там глубина культурного слоя, мне неизвестно. Куда закопали? Да, куда закопали культурный слой. Ну, посмотрим, даже зачастую в прошлом видео чумачечья классная находка кресала. Скорее всего, где мы ее нашли в прошлом видео, там глубокий культурный слой, естественно, тот. Этот просто камнями вытащил оттуда из-под земли. И мы его поймали, например. Короче, будем посмотреть. Стараемся не сдохнуть от жары. Набрали с собой воды, всяких репеллентов. Комарья что-то в этом году очень много. А вы гуляете с нами, дышите воздухом. Короче, смотрите, что из этого всего получится. Так, вот мы всей командой добрались до этого ельника. Дорога, она повторяет примерно старую. Пока первые только сигналы начались. Метров 400 мы шли через березняк, через молодой, через заросли. Но там точно делать нечего. Сейчас дойду. Фу, жарко. Опа. У Любки первый совет. Так, Александр, помахайте народу ручкой. Чего там? 44-й год. О, лисенчик. Сохранчики. В принципе. А где Димка-то? В ту сторону? Да здесь дед шаболдует. Я хотела лучше туда пойти. Да сейчас посмотрим. Куда? В ту сторону, в той деревне. Разучились снимать. Здесь копейка. 44-й годик. Вон что-то у него там. Там деревня. Да? Интересно. Ладно, сейчас разберемся. Первая монета есть. Надо вот здесь вот этот пятачок посмотреть, видишь, без травы. Да, есть еще. Пробиваем дорогу. Что там? Илюха Рыбинский их называет раритетами. О, пятнашечка, 39-я рамка. И полсовета, да? 24-го года. Точно, душка. Прикольно. А у меня что? 16 копеек. Пойдем в магазин. Пойдем. Что у нас за 16 копеек-то можно было купить? Мороженое. Проволока. На, блин, проволока. Ну ладно. Пока здесь хорошо. Это уже не к нам. Вторая часть монеты нашлась. Теперь целая. Склеим. Склеим? Ага, рёль. Рёль.
Забавно, забавно. Заросшая она, да. Ну ладно. Это их сами к нам приходят. Двушка. 43-й, что ли? Что-то такое. Сейчас приближу. Даже непонятно там. 43-й. Да. Немножко не то. А тут что у нас? Что-то у меня тут. Сейчас посмотрим на камеру. Куда-то ведь я здесь ее выкинул. Что-то такое. Убить не вижу. Не вижу. Какая-то пуника. Какая-то фигня. Я не знаю, что это такое. Вот так. Сверились, вот она дорога идет, точно совпадает со старой дорогой по карте Шуберта. Ой. 25-27. Давайте посмотрим на камерку. Вон они, елки-то основные. Там вообще какой-то просвет. Самолеты разлетались. Вот все тут грязно залили. А это как всегда. Какая-нибудь хернина будет. Ага. Вообще наверху, грубо говоря. А вон она. Водочная пробка. Не берем. Реалити. Реалити, да. Крутимся возле лужи. Здесь в елочках. Рамочник. 20 копеечек. 43-го годика. Гнута. Вот и ранние советики пожаловали. Трешка 30 какого-то годика. Все возле лужи. По законам жанра. Лужа. На краю копейка 36-го года. Фу. Какие-то то ли слепни, то ли не слепни, но что-то полосатые какие-то они, не похожие. Что там, Сань? Нас атакуют. Что-то там нашел. Железка. Здесь копеечка. Здесь почему-то зеленый. 20 копеек в квадрате. Окисленный. Интересно. Местами ходить сложно, местами ходить нормально. Щитовичок. Битый, живой. Ну такой. Вот видишь, походу в яме лежит, тут вода стоит. Ну да. Намоины такие. Да, здесь представляешь, что весной здесь, то вообще не пройдешь. Такой достаточно тяжелый условие, как в бане, влажность высокая. Сейчас иногда вот чуть-чуть ветерок начался, а так был штиль полный. Копейка 38-го года, воды у меня нет. Одни советики сегодня. Ну тот перекрестный. Сбас ходячий. Да. Мы также шли. Так, какая-то монетка. Неведомая. А, 3 копейки. А годок? После 61-го. Понятно. Ну, в общем, 61-го. Неинтересно.
Итак, друзья, переехали немножко в другое место. Там устали есть, да? Тупо на дороге. Четыре вообще. Четвертая монетка. Потом уже, когда завершайку будем снимать. Рассыпуха поздних советов. А где вот она там? А где-то в стенке. Ладно уже. О, вообще сверху. Вот она лежит. Следующая. Такой годик. Тоже те же года. 10 копеек. Ну, короче, сейчас. Ну и что там? Еще? Все, да? Все. Ну все. А мы идем вон туда. Ууу, жара! Жара-жара. И песок. Но попадаются только советы. 41-й год в квадратике. У меня была монета какая-то непонятная у Сани. Но они хорошие здесь. 61-й годик. Копеечка. Сегодня день советов. Грунт здесь, конечно, бомба. Но все перерыто противопожарными рвами, потому что там внизу во овраге что-то горело. То есть снимаешь грунт, грунт песок, а под ним прям уголь сплошной. То есть здесь пожары были. Интересное поле впереди. Часто по нему не походишь, но на заметочку мы его возьмем. А так, если здесь, конечно, что-нибудь найти такое имперское, но сегодня советский день, поэтому маловероятно. Да, по капуше сегодня вообще советские-советские. Очень жарко. Вареные раки. Обязательно вернемся сюда еще. 20 копеек в квадратике. Горел здесь этот лес, да, и хорошо горел. Идем к машине, пора закругляться. Идем, да никак не дойдем. Двушка поздняя, 71-й год. Сегодня одна позднятина. Ну, не правда, нет, не одна. Были раненьки. Советы не остановить. Видите? Кажу. Я этот у нас сам потерял. А. Вот она лежит. Достаем. Копеечка. Годик. Годик фиг поймешь. Ну ладно. Не остановить советы. Подошли машиночки. Что там у тебя? Гремит. Я знаю. Гроза идет. Ну, 6 часов обещали. Дождались. Покажи троечки. Какие троечки? Пятачки. Ой, пятачки. Сейчас, Демыч. Ну, короче, они... заодно отчетик. Это перышко. Как вот. Ее зовут? Сойки. Сойки. А, два пятака. Два пятака. 33-й год ранний. Вот это зачет. Я вижу, Дем. Так. Вы такие неплохом слова. У меня 13 советов. Ничего не нашел. А где Саня-то? Ты сними мое замученное лицо мокрое. Да. У нас баня сегодня. Саня, там рубль вообще шикарный. Сейчас найди. О, где? Ага. И у Сашки там выпал сегодня просто. Я же сказал сегодня. Там копейка в одной яме и рубль. Охренеть. Советы не остановить сегодня. Все по советам. Есть, конечно, безусловно. Мы здесь ходим 2 часа. Это такой. Так, что там? Ага, из одной ямы. Опа. Ключик. Копейка. Ну и это вот нечастая фигня. 20 лет над победой на фашистской гитаре. Ага, юбилей. С этим. Ну, помыть он вообще шикарный. Да, он шикарный, ребят. Рублище прям в зачет. Нечасто они попадаются. Вообще отлично. Кто-то потерял что из кармана в свое время. А, ниппель, у меня где-то подался. Ниппеля. Так, гроза идет. Там надо валить. Вот такие вот у нас и грязные, как грязные мокрые рожи, лица.
советы не остановить. Спасибо, что с нами ходили. Всем привет. Да, всем здоровья. Всем пока. Не болейте.